праздничный день, День Конституции, белорусские юноши и девушки, достигшие возраста 14 лет, получают главный документ своей жизни – паспорт. А потому волнение на их лицах вполне объяснимо. Ведь с момента получения главного документа они станут гражданами Республики Беларусь. Государственный документ – это паспорт. Что он дает вам? Он дает вам права, в первую очередь, которые сегодня Конституцией определены в нашем государстве. Это права и гарантии, которые вы получите от нашего государства. Ну и получив паспорт, у вас появляются еще обязанности гражданина Республики Беларусь. Это три неотъемлемые части вот этого документа, который называется «Паспорт Республики Беларусь». Торжественного вручения важного документа из рук в руки от председателя Брестского облсполкома были удостоены 26 самых талантливых ребят области. Это активная инициативная молодежь, за плечами которой несчетное количество наград в различных конкурсах и олимпиадах, а также спортивных состязаниях. 21 молодой человек получит сегодня паспорт. Это самые достойные люди Брестской области. Они победители олимпиад, различных творческих конкурсов, различных патриотических акций и так далее. У нас еще будет 5 человек, которые победители областной игры «Квиз Конституция». Это лучшие ребята, лучшие 5 человек из 2000 молодых людей Брещины. Вот, скажем так, самые эрудированные молодые люди. В праздничный день, День Конституции Республики Беларусь, паспорт был вручен еще 800 юношам и девушкам по всей Брестской области. И этот день они запомнят надолго, как и Валерия Маковская, учащаяся Полонической средней школы. Для меня, в первую очередь, это, честь, то, что я попала сюда. Это было очень волнительно, особенно когда вручали паспорт, официально так, Маковская Валерия, выходите. Мне все очень понравилось, и правда, это честь. После торжественного вручения паспортов у ребят была возможность пообщаться с председателем Брестского облсполкома. Вопросы учащиеся задавали разного характера, и касающиеся работы, и новой должности, а также личной жизни, получая достаточно искренние ответы на них. Ни перед кем таких слов не говорила, мои дети, практически даже внуки. Я хочу сказать, что я для Брестской области буду действительно стараться. Всебелорусская акция «Мы граждане Беларуси», посвященная Дню Конституции, стала для ребят важным событием в их жизни, память о котором они принесут еще через много лет. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.